мог стоять ровно, а когда старался приравнять себя, то болелся на своей спине. Și atunci am simțit o unitate în afară de mâna fratele care mi-a pus-o, care mi-a luat o plecă. И тогда, когда он помолился за меня, помимо вашей руки, он почувствовал другую руку, которая коснулась и забрала боль. Аллилуйя! Не было никаких барьеров для того, чтобы стать врагом.